О состоянии лекарственного обеспечения в Орловской области говорили на прошедшем профильном комитете. Региональные парламентарии порекомендовали Департаменту здравоохранения взять на личный контроль организацию поставки в аптеки области лекарственных препаратов и своевременный отпуск их льготным категориям граждан. Состояние лекарственного обеспечения во многом определяет и исход заболевания, и в конечном итоге показатели здоровья населения. И, как вы все знаете, вопросу этому придается руководством страны. Понятное внимание последние два дня об этом говорится и нашим президентам.